Ну, после мучительных страданий команды все-таки договорились о старте. И это таки третья игра команды ГЗ против команды СТГ. И мы видим, что в Hidden Bunny уже не будет у нас в этой игре Фейды, Мараксуса, Темпеста и Офелии от Хеллборна. Не любят ребята по ходу исполнения на этих двух персонажах команды ГЗ. И мы смотрим на то, что за Легион играет команда ГЗ. И это Мод Феникс, Ли, Рай, Эркин и Кью Де Рейнджер. Хеллборн, команда СТГ, Москва Хеллшит, никнейм Москва Дог, Хеллшит, никнейм Дайсон Кардс и Аруна. Вонючками смело могу их назвать в этом стриме, потому что ребята что-то неправильно, по-моему, тянули время без особых причин. Хотя некоторые, наверное, переживания у них и есть. И их я с удовольствием вместе с другой, так сказать, менеджментом турнира в лице Казатема, мы с удовольствием выслушаем всех, кто хочет к нам обратиться. Только, пожалуйста, не затягивайте старты игр, потому что зрители, привет, дорогие зрители, люблю вас, зрители не хотят ждать, как этого не хочу и я. Мы видим команду ГЗ слева, и она уже залокала Гладсуса, Пеблса и Рапсоди. И, видать, Пеблс или Гладсик или Рапсоди, или Нимфора, или Алуна, что-то из этого им из локпика достанется. Наверное, все-таки это будет Пеблс, ведь Фейда в бане, а Пеблса любят все. Продолжает лок свой Москва у Дога, и это будет еще один лок от него, потом стадия банов. Пока ребята идут со счетом 1-1, и это очень-очень сильно решающая игра. Потому что та команда, которая сейчас проиграет, дальше по турниру не пойдет. То есть она займет последнее место в G1 Pro его финальном этапе. Соответственно, четвертым местом это будет являться по результатам турнира. Напомню, что 4 команды добрались до финального этапа турнира G1. И это команды Кэтс, понятное дело, Изи, ГЗ и СТГ. И Кэтсы уже заняли свою позицию возле финального кубка. Они уже сыграли всю стадию по виннер-брекету. Все игры выиграли 2-0, 2, собственно говоря. И занимают уже, так сказать, посадочное место для игры в воскресенье в гранд-финале турнира G1 Winter Pro. За второе, так сказать, место в этом гранд-финале сейчас будут бороться 3 команды. Изи уже в финале лузер-брекета. А СТГ и ГЗ за второе место в финале лузер брекета сейчас в этой финальной игре соревнуются. Слово финал, сказал я не зря в этом предложении, потому что переживаний тут явно много, и все в этом финале хотели бы оказаться. Баны, торт последним был локпиком, баны пока Энджик. Мод Феникс его не хочет видеть, и в принципе это достаточно понятно. Джерезайо забанен теперь СТГшками, хотя через него они выиграли прошлую игру. Дзефир, Мунквин, никаких керри, похоже, Мунквин мы не увидим. Думает Мод Феникс, какие же угрозы будут от СТГ поступать. Наверное, какие-то варианты забанить персональных чаров Москоу Дога, ведь Зилыч силен на нескольких исполнителях. Может быть, это будет чипер, может быть, нет. Скоро мы это с вами вместе увидим. Дедвуд и Ластбан. Ластбан ралли. На ралли, кстати, ГЗ частенько играют, и, в общем-то, неплохо все у них было бы, кроме вот прошлой игры против СТГ. Ничего не вышло, к сожалению. First пик драконис для ГЗ, керри будет у команды, уже точно. 2 пика из общего пула для Хеллборна. Подзадумались СТГ. ПРы показывают репульсора, интересненько будет что-то на репульсере посмотреть. Но это кипер. Вполне логично, 2 сильные ульты, 2 варианта похардлайнить или постоять в лесу для команды.
И хардлайнер до ЛЕГЗ. Саппорта в вагон, в локтике, и какого-то там, в общем-то, выберут Гладс, Калуна, Нимфора, Рапсоди, все, что хочешь есть. Пеблс, конечно, наверное, достанется Легиону. Вряд ли они захотят Тартаферс пикать, раз уже не его локали. Хорошо. Ну, а Торт с саппортом, наверное, достанется Хеллборн. Ну, Мастеру Вармс для команды ГЗ последним пул, пиком. О, боже. Последним пиком из общего пула. И еще один вариант выбора героя для СТГ. Дальше мы видим Пеблса, Торта, Нимфору, наверное, заберет Хеллборн. И чем сейчас будет керить, не тортом же, силкой, будут керить команда СТГ. Локпик Пеблс. Торт Нимфора. Ну. Торт Нимфора. Галуна. Гладс и Крапсоди, неважно, в общем-то. Галуна, скорее всего. Хотя Гладс хорошо. Ну, неужели такой тяжелый выбор? Гласик, Алуна, Рапсоди, все, что хочешь, в общем-то, есть. Под Пеблса, пожалуйста. Лайнап, правда, пока такое. 2-1-2. 1-2-2. Да, 1-2-2. Фараон Хардлайн. Дабл ми, дабл изи лайн. Наверное, именно так. Поглянулись свапаться. Пеблс Ли. Ру на Мастер Вармсе. Фараон Мод Феникс. Гладцик. Эркин. И Куда Рейнджер на Драконище. Против них СТГ. Пока как-то или не насвапалось еще, или соображает. Ну и Керри никнейм играет на силке. Это точно. Саппорт Хеллщит на Нимфоре. Москоу Док на Торте. Дайсон Кардз на Плаграйдере и Руна на Keeper of the Forest. Похоже, что Кипера будут ставить в лес, и пассивный лесник для СТГ может быть не сильно эффективным. Силка соло изи, дабл мидлайн торт Нимфора, хардлайн Плаграйдер и дерево в лесу. Хотя можно поставить на хардлайн дерево и силке поставить саппорта в лице Плаграйдера, который, конечно, загонит очень сильно фараона и, может, даже чуть-чуть сможет пороумить. Хотя не факт, что так будет получаться. ГЗ против СТГ. Их последняя финальная решающая, более чем самая, я бы даже сказал, решающая игра этого турнира. Ведь вот какая-то из этих двух команд не поедет дальше играть в финальном этапе. Останется только три команды. И посмотрим, либо ГЗ, либо СТГ это и будет. Фараон, конечно, на хардлайн. Пеблес с Гладсиусом, конечно, на мидлайн. Ну и Драконис с Мастер Вармсом внизу. ПР пока тоже на хардлайн мылится. Наверное, там он и будет стоять. Да, причем Гардиан Ринг, что интересно. Торт на миде. С Нимфорой будет харасить молниями, конечно, он неприятнейшим образом. Поэтому тут мидлайн еще такое. Спорно, ведь Гладциус с Пеблсом не раньше 2-го, 3-го, 4-го левела сможет это сделать. А захарасить могут на 2-м. Очень, очень сильно Нимфора с тортом вместе. Силка вверху, ПР внизу и дерево в лесу. Все очень логично, как с самого начала и ожидалось. Причина паузы пока не ясна. И мы ждем какого-то экшена. Чах. Наверное, кто-то отошел. Там еще до игры Куда Рейнджер угрожался пойти хавать вообще. Я не знаю, получилось у него или нет. Но не исключено, что своего керри на Драконисе ребята и ждут. А может быть и нет. Готов продолжать. Let's get it on. Очень красивый торт, кстати, мне он очень нравится. Синабайт. Классный такой.
Ну, на мидлайне посмотрим, как он выступит вместе с Нимфорой. Нимфора, конечно, стан, Торт, конечно, тоже стан, но с другой стороны и Глациус стан, и Пебл стан. Хотя тут смена караула некоторая, похоже, сыграла роль. Глацик, Пэблс, пошли ли они наверх? Может быть, будет там силку пытаться гонять на мидлайне, Фарон будет пытаться выжить против Нимфоры и Торта. Это уже интересная расстановка сил. Дерево пошло гулять с крипами. Но Фара на миде, это знает об этом Торт и Нимфора. Не хотят они здесь уже тусоваться. Нимфора сразу пойдет вверх к силке и... Силка Нимфора, это уже не так круто, как Торт Нимфора будет ли саплайнов. Торт пока остается здесь простоять против мод Феникса. Мо, прогонять Пэра. Кипер пока не будет, я думаю, сильно богат ни на деньги, ни на фарм, ни на ганки. Что он тут поубивает? Нет варда, кстати, на отводе. Поэтому Нимфора сразу стакнула, и это чуть сложнее будет теперь для ГЗ. И может быть вот еще вот дабл стак, а еще и выполненным деревом. В общем-то, все прошло. Фараон, щиток топорик, намеревался фармить против силки, видать, фараон. Лиф фармит, силка тоже старается, но пока настарала она же одного крипа, и, конечно, не сильно у нее хорошо это выходит. Хотя дела, может быть, и пойдут в гору. Хотя нужны батарейки, Нимфора будет заливать ману, Харраси, батарейки регенится, и Пэбл с Глациусом, может быть, как-то и отомсят силки. Моа нашел на регенерации на нижней руне. Внизу. Дракон третий, ПР второй. На усилке как дела по сравнению с драконисом? Вот эти вот, вот этот парнишка с вот этим будет основным, в общем-то, показателем в этой игре. Драконис 7 крипов, силка 3. Трипл стак, что ли, уже? Я пока дабл. Неприятный харасер. Фараон как там батарейку пока только себе купил. Но особо на банку он, наверное, не рассчитывает. Антивард летит для того, чтобы развардить пул. Мастер Уанса, может быть, даже это получится. И уже он занимается стаком для Дракониса. Это не бесполезное занятие, ведь Драконис очень быстро сможет погрузиться, так сказать, в лес за дополнительным фармом. Чего не скажешь о силке. Отвод. Трипл стак таки. И следующие крипы к ребятам не придут. Торт банков, фараон батарейка. Ой-ой-ой, неприятно, вообще неприятно. Совсем неприятно. Фараону попал станом, подстался от крипа, нехорошо. По пэру попыточка въехать, но попыточка без фрага.
Чуть за счет отвода силка поднафармила четвертый левел себе уже, и здесь вард до сих пор нет. Один волк остался, которого, наверное, попробует стакнуть Нимфора в скором времени. Кипер сильно помогает своей команде выгоняться, так сказать, выигрываться по XP. Это уже 2000 преимущества для Хеллборна. Мы видим, как это много. Дракон 5, ПР 4. До сих пор его не смогли догнать. Банку игнорирует Феникс почему-то. Кстати, зря. Моя уже пару рун ему показал. Шестой фараон ульту не вкачал и ловить торта, похоже, не собирался. Первая попытка въезда по силке. Всю ману, ребята, растратили. Силка 5-го левела. Агрессия по Гласусу. Гласус проходит с не самым удачным деревом рядом. Теперь силка злая вообще стучит по Пебусу с Гласиком. У нее не было 3 грапплы. Да, понятно, почему никто никого не убил. Но неприятность получилась. Въезд по силке никак не себя не оправдал. Дерево сейчас возьмет 6-й левел. И это уже может быть какой-то экшен на верхней линии. Фара на верхнюю руну пошел. Не сильно здесь ему безопасно. Сразу дерево, сразу. А руна-то внизу. Фараон хочет подраться с тортом. И торта, если что, заинвидит дерево. Промахнулся он станом, и дальше драка не будет происходить. ПР взял, что ли, реген? Оу. Да, ПР, похоже, взял реген. Отводы возможны для дракониса. И один из них уже состоялся. Драконис 6 левел. 28 крипов. Вообще не топ. Как-то драконец отстает по крип-контролю приличненько. Опять не законтролил еще и баллисту. 36 крипов у дерева, 33 крипа у торта. Торт есть по фараону, но без смертей. Опять же без смертей. Фараон опять зря без банки. Почему не... Вот почему без банки? Дерево, есть Ring of Sorcery, 6 левел, время, наверное, выходить из силки, дарить даблкил. Пеблс 4, особо так не блещет, тоже фарм, 20 крипов, силка уже его догоняет. Дракон в купе фарм первого трипустака. Сейчас чуть-чуть не берется XP и мастер арм. Сразу 3-й левел. Максим, наверное, Blazing Flight. Да, 7-й левел. Сейчас возьму драконец. И под немножко XP набрал и мастер вармс тоже. Эти стаки важны для команды, потому что они сильно проигрывают по XP. Проигрывают они, в общем-то, и по голде. Но 600 голды это не так критично, как почти 2000 XP. Фараон 800 копеек. Все так же, наверное, без банки. Ой, ПР взял 6-й левел. Теперь им именно по нему въезжать будет не так сильно хорошо. Кипер 6-й, Пеблс 5-й. Глацик, что там? Пока ничего, за антивардили сразу повторили. Но рунка досталась торту. Это дабл дэмэдж фараону. Фараон, наверное, нужен команде вверху. Лайнвард отхлощит, хорошо тоже. Куда же выберет лететь фараон? Убивать ему нужно. О, да, въезд по двоим. Будет продолжение от Пеблса. Силка, наверное, Пеблса не догонит. Хотя у него еще есть тос. Фараон уже здесь. Может ли въехать? Сможет. Въезжает по киперу. Будет ли мумии? Если что, будут. Хотя Hellfire кипер пока не умер. Не смогли его раскастовать. Мумий почему зажал фараон, вообще мне непонятно. Киперу порегенили манку. И это вообще очень-очень странно. Зажимать скиллы на таких... Скажем так, граничных фрагах нехорошо. Все еще 0-0, 8-я минута. Торт хочет драться с фараоном. Ну, наверное, это не получится. Хотя фараон такой на грани.
Moscow Dog, 51 крип. Не пропускает он крипов, в отличие, наверное, от Кьюдоренджера, у которого тоже, в общем-то, 51 крип. Но один ходит за рунами, а другой как-то иногда, как-то не получается. Дракон 8, у него не сильно настакано здесь был отвод. Торт без второго скилла. Прям быстро-быстро запустить не получится. Седьмая силка. Так хотела бы, наверное, умирать. Нимфора. Продолжение по двоим. Будет ли стан? Не будет. Лорейзл Рипс. Первый скилл на силуэтке. Она хочет убивать Гладиуса. Но, наверное, не получится. У фараона пока нет ульты. Но есть, наверное, или нету, или есть, или нету. Первый скилл. Есть по Нимфоре. Ну, по силке продолжение не будет. Нимфора все-таки заберут. Это будет Бладлаз для команды Легиона. С чем мы их и поздравляем. Газели его делает. А не попадает Арманд Солом фараон по силке, которая... Ну, 190 хп имеет, в общем-то, наверное, бы выжила. Тут 200 дэмэдж, да, точно выжила. Бым, похиляло его дерево. И их счет открыла команда Легиона аж на 10-й минуте. И это все равно не позволило им выигрывать по голде и по экспе. Драконис заходит не спеша в лес, а мастер Вармс пытается получать экспу на линии против 7-го ПР. Захочет ли Драконис на устон в этой игре? Наверное, да. Лайфту у него уже есть. Пеблс увидел торта на инвизе и быстренько скрылся под тауэром. Все правильно. Команда СТГ вверху четвером пока что. Дракон сустейнер. Сам себе стакает, что-то фармит. Эншентов даже попробовали стакнуть. Есть дабл стак эншентов. Фараон против девятого торта. Не сильно хорошо, хотя он поучаствовал в Бладласте. И пока в единственном фраге на карте. Дракончик 343, чуть вырывается он вперед, заход в лес ему немножечко помогает в этом плане. И мастер Вармс тут против ПРа пытается фармить, хотя просто новый мо получает. Почти пол хп, ой. Нехорошо. Дракон 10. Обогнал мидера. Пэбл 6 на стимбуцах. Владласт ему, конечно, немножко помог. Динай Таура на мидл-лайне для ГЗ. Ой, Драконис. Больно. Очень больно. Ой, драка вверху и въезд получился. Опять с деревом. На этот раз забрали Гладиуса. Дерево ульта. Была ли? Кто третий? Они вдвоем только. Никнейм и Хеллщит вдвоем с Нимфора с силкой забрали Гладика просто моментально. Ну, хорошо, хоть ноги Пеблс унес. У него есть и манка, и хпшка, и он... Стоять на линии дальше может, но восьмая силка это уже некоторая проблема. Хорошо, она фармит, хотя Драконис пока побеждает. Но, тимфайт потенциал. Вот он ходит тут. Душит. Не забыл ничего. О, вот Феникс въезд по плаграйдеру. И вдвоем с рулончиком они фраг сделали. Хотя теперь торт заберет. Заберет ру. Еще 2-2. Пока ни в чью, ни в пользу. Пеблс въезд по силке. Сможет ли он ее забить? Да, смог! Есть фраг для Газели. Третий фраг для Легиона. Восьмой левел Пеблс, конечно, напряжный, братишка. Даже стан от Нимфора не сильно помог. Дерево тут ультует, крипов. Прям вот такой руна агрессивный. Там действительно кулдаун не то чтобы сильно большой, но 2 минуты для своей команды кипер полезным не будет. Хотя силку убили, поэтому, в общем-то, тут сверху пока драться ребята не планировали. Торт будет въезжать и фраг делать на мастер ванш. Счет будет 3-3, уже буквально через секунду. Готово. Вард от Moscow Dog'а, Драконис, Торта сейчас встретит на хосте. У Торта вкачан импелмент на 1. И это минус Гладик. Даблкил для Moscow Dog'а, 4-3 для команды СТГ. Пуш верхнего таура, кроме Пеблса, пока никто не планирует, похоже, это на дефайт, драконец трипл стак эншентов. Фара уже здесь, дерево без ульты. Дракон отхлебает. Пуш не удался, руна даблдэм уже вверху достанет старту по-любому. Об этом не знает команда Легиона.
Драконис зафармил трипл. И это почти 200. Да, ну, 100 у нас совсем немного ему осталось. Не встретиться бы ему сейчас с тортом. Ой-ой-ой-ой-ой, драконис здесь так зря. Торт. Нет, все-таки фрага не будет. Драконис надо порядиться, 200 насобирал. Хочет ДД убивать, хочет убивать. Рядом есть Моа, если что. Ой, будет ему помогать. Он сам не в состоянии, что ли, фрагнуть. Дефается фараон как может. Мастер Вармс должен заметить сейчас двоих. Хотя фараону, походу, легко уже не будет. Ультат Мастер Вармс, хотя дэмэджа хватит. Ой, какой хороший стан. Но продолжать даже нечего. Только Гладиусу не будет тут сильно хорошо. И это будет стан от торта. Еще один фраг для него же. Даблкил для Москудога и 5-0. Ультимейт Вориор уже торт команды СТГ. 3-6 проигрывает теперь команда Легиона. Торт, охота на дракониса вместе с Пэром. Ой, может состояться этот фраг. Драконис сильно хочет этот таур, очень сильно хочет этот таур, но это будет похоже на нем. О, торт плетет ТП-шка, сзади обходит Пелограйдер и будет, наверное, новочка есть. Станы у торта, а маны не будет, скорее всего, не догонят. Тем временем Хеллборн все-таки пронес тауэр, но будет въезд по Плаграйдеру. Ой, по Плаграйдеру, по Keeper of the Forest. Это фраг Динай Тауэра на нижней линии, который Драконис не смог пронести. 4-6 в пользу Хеллборна, но ситуация пока что очень шаткая. Дракониса еще не убили, а у него до ноустоуна всего-то 500 копеек. Торт опять на руне. Ой, встретится сейчас с Драконисом, встретится же. Промах станом, ПР, замедление, и торт хочет драться, и дракона, похоже, убьют. Ульта от Мастера Ванса закончилась просто моментально. Анслот, 6-й фраг для торта. Да, Мастер Вармса тоже торт заберет. О боже, как много фрагов выдают Москоудогу. Хотя, конечно, то, что Пеблс убивает, тоже неплохо. Но убивает он Нимфору. Ультимейт Вориор на Пеблсе на Нимфорах, так сказать, не так ценен, как у Москоудога на остальных полезных пацанах. Торт на Ring of Sorcery уже достаточно плотный, 1200 хп. Пока тишина, никаких событий, но 5-8. СТГ все-таки побеждает. Силка особо не умирала и тоже приближается к Нулстоуну. Она уже тоже в лесу. А драконис пока особо не фармит. Да, эта смерть ему была совсем не на руку. Опять руна для торта и опять фраг на Нимфоре. Что ж Пэбл там не на тех развлекается-то? Торт на инвизе по своему лесу, и это, наверное, видели на Варде. Надо забайти на Дракониса потенциально. И это, кстати, может получиться. Рядом есть фараон. Будет вес по торту, его на инвизе видно, его мумиями затягивается, еще и к антиварду вскрывается, будет продолжение, есть фраг, наверное, для Дракониса, нет, ГЗ Эркин заканчивает Savage Seek, вот этот один вардик от Ру, все-таки увидели его на инвизе, один вардик сейчас сильно зарешал, Savage Seek и 515 копеек для Гладиуса, большое-большое счастье, хотя бы один камень так владел, но... Дерево здесь рядом, если что, задефает силку, Пэбл зря здесь в одиночестве находится по силке, он очень хочет въехать, хотя там... Достаточно хп, чтобы пережить соло раскаст. Ой,
Ракетка ПВО съезжает по силке Даблстан. Есть ульта от Мастер Вармса, есть ульта от дерева в обратную сторону. Силку он не убьет, а вот Пебуса заберут. Хороший байт, отличное выжидание от дерева. И очень неплохо все получилось. Драконий взял уже на устоун. Силка пока собирает на арбу. Скоро будет восторгнуть. Дерево купило портал, окей. Дракон. Дракон прикольный тем, что дэмэдж он в любом случае много выдает. Вот практически в любом. И он сейчас, в данном случае, пока тут не то чтобы сильно много дефа, кроме вот этого вот на торте. Дракон не сможет скупить себе позволить No Stone, потом Шанкин Хэд, ну и так далее, скажем, дефенсив собираться. Торт очень уплотнился, конечно, с этим, с Helm of the Black Legion. Дегешка. Тринадцатый торт уже все успел замарсить и ульту даже на разок скачать. Да, теперь производитель дэмэджа очень сильный. Опять Пэблс, опять в соло, да что ж ты там делаешь-то? Ох, Helm на фараоне. По Пэблсу хотят въезжать, здесь есть силка, здесь, в общем-то, есть и вся остальная команда. Фараон может контр въехать по кому-то, но пока это не планирует. Драконис не хочет присоединяться к тимфайтам. Как же сильно мидлайн-то завардили. И здесь вардик, и здесь вардик. Этот, правда, наверное, сейчас уберут. Полетели антиварды уже. Конечно. Ну, на вард байтить можно было бы. Есть въезд от фараона, есть въезд от Пеблса. И, в общем-то, можно было бы быстро взять фраг. Пэблс не киляет, не киляет, Пэблс не киляет. Пэблс, это плохо. Пэблсу надо килять, хотя СТГ не хотят умирать. И ходят, в общем-то, в пятером, дефая друг друга. У кипера уже есть ульта, а это пушт один на нижней линии. Кипер с инвизом и с ультом. Вардов, антивардов немного у Легиона. В общем-то, даже я бы сказал, нет. Здесь с пятером они, и Пэблс почему-то пушит по ходу. Сейчас будет много фрагов для Хеллборна. Будет. Дерево готовится давать ульту. Антивардов нет. Дерево с ультом, ПР с ультом. Как же много дэмэджа. Сейчас выдадут даже два этих персонажа. Ли снял тавер вверху и, наверное, сейчас прилетит к команде. Вард от хеллшита. Летит Пэблс. Стан и ульта от кипера. Въехали по фараону. Фараон, кстати, пока живет. Ульта от ПР пошла, и это будет очень больно. Минус Гладиус, минус фараон, скорее всего. Да, ой-ой-ой, вообще пока. Хотя Драконис, в общем-то, не слабо надамажил, но 2 на 2, ребята, поменялись. Умерла ли Силка? Да, Силка умерла, Драконис выжил. Неплохо. Антивард от Ру появился достаточно поздновато, но файт туда-сюда произошел. 2 на 2, ребята, поменялись, хотя выжил Пэблс, выжил Драконис. Умер Плаграйдер, умерла Силка, и ее Нулстон опять немножко откладывается. У Дракониса же на подходе уже... Шранкинхэд. Большая батарейка на подходе у Мастера Вармса. Рунка вверх, хоста. Дракошке осталось 300 коп. У него здесь. Готов, Шранкин. И Драконий сейчас мощно уплотнился, а Силки все еще до Нулстоуна. Косарик нужно дофармить.
2400 на торте. Наверное, это выход на хиксу для Moscow Dog'а. Хорошо варди, кстати, хеллщиты, хочу обратить внимание, то там варди, то там такие. Сравнительно непредсказуемые, хотя стакинг для дракониса видят они хорошо, и гангать можно. ГЗ дракониса не дефает особо никак, здесь только варды, все, здесь нет. Вот сейчас торт заходит в лес, а этого никто не видит. Поэтому, как бы, вообще, хеллборн уважушка конкретно за вардинг. ПР, встреча и ульта у него, в общем-то, кстати, есть. Ой, как много крипов сразу для дасенкарца. Так, эншентов и тауров. Тауров пока у ГЗ стоит только один Т1, два уже забраны. У Хеллборна такая же ситуация. Стоит только мидл тауэр. Будет файт за middle line, будет ли въезд от Пебуса. Пебус, в принципе, готовится к этому. Фараон въезжает по торту. Торт сразу въезжает все, и толкалку даже успел. Кто там? Кто? Плаграйдер же толкалка? Красавчик, ульта от плаграйдера пошла пока без фрагов, но тут больно всем. Фараон не жилец, ему может дать, если что, мастер ран красную ульту. Будет ли он это делать? По Пебу... Ой, Пебусу, похоже, будет нужнее. Есть ульта по Пебусу и Моа, лишь бы Моа теперь нос не унес ноги. У Легиона не умер никто, у Хеллборна забрали не фору, и Тауэр, похоже, задинает. Дракон юзнул шанки хэд, поэтому особо дэмэджа не увидел. Можно же, блядь, чё мне надо? Нимфиора везет себя и торта. Торта до сих пор не забирали, там 400 ГП. Ну, дракона, правда, 460. Ну, неплохо, этот вар до сих пор не виден. А Пеблс не спеша выходит на Хеллфлауэр. Торт 3200. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Въезд по Пеблсу будет ли? Он сам езжает по Плаградеру. Плаградер не забирает. Ой, какая хорошая ульта. Очень хорошая ульта от Фараона. Стан от Небора тоже неплохо, мать драконису. Но тут еще двое болезненных. Торта. Сможет ли забрать драконис? Да, забрали драконис торта. Продолжает посилки. Но это иллюзия. Здесь кипер все еще в инвизе. Даст такой команды до сих пор нет. ПР ультовал. Он хочет дать новую. Но в дракониса он этого сделать не сможет. Заберут силку. 12-12 сравнялся счет. И стата, и по голде, и по экспе тоже, кстати, сравнялась. Драконис хочет догнать ПРа, но ПР не хочет умирать. Толкалка у него. Курьера легионовского забрала дерево. Что в нем было, я не знаю, но там что-то, наверное, поубивали. Драконис пока, правда, ничего не покупал. Минус ПР, минус тауэр. Ну, может быть, это достойная замена курьеру. Что там у нас? Опять нет антивардов, нет дастов. И кипер свободно гуляет по территории. Окей. Обновил ли курицу Глацик? Пока особо не обновлял. Денег нет. Ли опять минус нимфора. И комплит ли омнинг здесь вполне предсказуемо. Нимфору забирает... Пеблс еще раз, причем как-то наугад, похоже, нигде особо ничего не было заважено. Руна Регена внизу, и ее найдут ли. Легион опять проигрывает по вардингу. Один лишь варду, ребят, на карте. Вторая смерть торта привела к потере достаточно большого количества денег. 3300 у него было. И, ну, правда, сейчас на куче энчентов он, конечно, этот фармит обратно. 16 левел у Хеллборна первым берет именно торт. Силка только-только купила на усто. Драконис 3300. Барбит на фараоне. Хорошие новости для легиона. Драконис, наверное, сразу на Savage Maze. Неужели в сборе? Новая курица. И таки да, Хеллфлауэр в сборе на Пеблсе. Thank you.
Барбит плюс Хуфлауэр плюс Драконий сейчас может что-то купит. Да, собирал до Шанкинхеда. Теперь, конечно, так легко его пробивать не получится. Драконец, правда, выходит все-таки на Savage Mace. У него уже есть Slayer. И до Savage Mace в сборе ему осталось 1500 денег. Примерно 1700. И это всего 400 ГПМ. 500 ГПМ он сделает минуты за 3. Моа унесет ли ноги, скорее всего. Толкалка по Моа пытается доджить стан, и у него, наверное, это получится. Многому в специфике госмаршера ему дают. Кстати, энерджайзер будет ли у команды? Энерджайзер бы реально не помешал сейчас на мастеру Вармсе. И, наверное, именно следующим ртом он его и будет собирать. Толкалки до сих пор нет ни у кого в Легиона. Ну, понятно, двух саппортов с деньгами не сильно хорошо. Дракон 19, 1900, соответственно, 1200 осталось до. Savage Mace. И, наверное, это будет следующий тимфайт для команды Легиона, по крайней мере. Хеллборн пока навязывать тимфайты не сильно планирует, хотя, наверное, это чисто минус мораль от проигранного предыдущего. В общем-то, их сила в тимфайте очень-очень неслабая. Есть почти деньги на барьер уже у ПРа. Дракон 2500, и вот тут дабл, нужен трипл, наверное, будет ли ждать, наверное, нет. Три, 100 копеек до Savage Mace. Силка, как у тебя дела? 1900 нафармила силка, что-то себе стакает, фармит, хотя дела у нее, конечно, не так хорошо, как у драконца. Он ее, вот после Savage Mace, будет уже крепко вынять на два артефакта. Ли опять встретился с нимфорой. Правда, на это рассультует вор. Торт в ответ встретил мастера Вармса вместе с плеером. А нет, кстати, не с деревом, да, кипер значительно более ценное приобретение, чем нимфор. Нимфор уже как-то даже, наверное, надоело убивать. Дракон взял Savage Mace, летит он к нему. Барьер на ПРе. О, Пэбл слетает по ПРу, ПРу не сильно приятно, это фраг для Кьюдер Рейнджера. Сидел киллер уже, смертник дракон получает, сейчас к нему долетит Savage Mace, и он уже будет очень неприятным керри. Долетел. Дракон теперь и дамажный, и дефенсив достаточно. Купила ли силка на что-то из своих приобретений? Есть по торту, будет ли продолжение кого-нибудь? Оно очень будет нужно. Есть ульта от фараона, хотя и мимо. Минус Москва Долг. Драконец, конечно, дамажит просто ошеломляюще. 17-13 выиграет команда. И это небольшое, но уже весомое преимущество в тимфайтах. Мертвое дерево и мертвый... Собственно, мертвое дерево только что не дало противостоять, и поэтому погиб основной на данный момент керри команды Хеллборна. Торт. Ведь силка особо не дамажит. Ребята заходят на хайграунд, не особо без вардов. Как это делает команда Легиона без вардов? Без ничего. О, въезд по киперу. Кипер сможет утонуть, но сможет, но даст ли ему что-то? Нет, не сможет. Хеллфлауэр. Почти закончил забирать. Все-таки его драконец. Ну, Шранкинхед немного заранее, немножко раньше, чем, по-моему, это было необходимо. Но все-таки он задефался. ПР хочет дать ульту. Сбил драконец 0-стоун, и ульта пошла по крипам. Совсем чуть-чуть остается у Тауэра. 20 секунд не будет еще... Не будет торта, и Тауэр, наверное, ГЗ заберут. Хотя это можно было даже сделать. А, у драконица на устон, не хочет высовываться. Силка взяла Firebrand. Драконец насобирал после этого тимфайта еще 200. 4 секунды до торта. Ой, въезд по нимфоре, сразу минус она, минус Тауэр. ТП-шится торт. Фараон хочет его дефать и ставит мумии. Минус Тауэр и все-таки минус Глацик. Попал первым скиллом силка, и неприятный Деслотус сделал фраг на Глациусе.
Тор, по-моему, потерял Санкилхед, так и есть. Отдули его, и, по-моему, ГЗ просто хотят уйти. Ой, дракон. Дракон быстро, сильно быстро. Бебис готовится, блин, Гузов Плаграйдер, он въехал на него зачем-то, непонятно почему. Плаграйдер все-таки очень плотный, не знаю, бы, наверное, Ли не заметил, что у ПРа целый даже барьер. Чем он собирался его убить, я не понимаю. Ну, зря так Ли только что сыграл. Еще и Нимфора сделал этот фраг. Пейбэк, очень приятный пейбэк для хеллщита на Ли. Фаербренд теперь уже похожий у Драконьса, так? Да, именно так. Дракон 21 левела, конечно, тут неплох. Но 19-15 и, в общем-то, еще пока качельки. Хотя последние пару тимфайтов, по крайней мере, они были не 5 на 5. Много за выиграли сильно. Пеблс выходит на Шранкин Хед. Пока очень далекий Шранкин Хед. Рунную торту, что ли, специально оставили. Провалился немножко ру на Конгоре. Не спалил, правда, не этот вард, не этот. Иллюзии торта. Пэвос промахнулся станом по киперу. И фрага здесь уже точно не будет. Соберется ли команда? Кипер. Пока особо без денег. Кипера хотят убивать. Пэр с ультой, кипер с ультой. Дракон подрался с иллюзией вполне успешно. Тауэр до сих пор стоит. Да, после геометра уже дракона даже рефрешер, даже Restoration Stone на кипере не остановит. Два варианта выходить из его ульты у него будет. Завардили, тут тоже завардили, все завардили, и этот вард сейчас сам закончится. Очень, видать, готовятся к Ангору, но поражает меня Нефора, очень хорошо все время вардит, что-то да вечно не найдут. Хотя, в общем-то, Легион может давно себе уже позволить, по-моему, гем. Усилка на геометр тоже. Драконису-то, в общем-то, буквально совсем немножко, 30 копеек не хватило, из-за того, что Пебл стоил только что у него этот фрам. Геометр, есть денежка на геометр дракониса. Силка, торт, вернее, торт улетает. Дефать базу. А, тут дефать надо базу. А, Конгора. Драконису некуда втулить токен. Поэтому токен, наверное, достанется Пэбусу. Вот и обещанный энерджайзер на мастер вармсе. Дракон почему-то приобретение не делает. Наверное, там еще ультиматор бы нету, что ли. Наверное, так. Конго разобрали токен все-таки у Пэбуса, как и планировалось. ПК появляется на торте. Наверное, не хочется, чтобы по нему инициировали
Минус медичный барак уже будет продать Борджом. Будет Фебус лицом, так сказать, торгует с токеном. Дракон забрал оба барака, задефать команда Хеллборна их не смогла. Пушта 2. Второй кусок на Хеллфлауэр появился тем временем у фараона. Но, наверное, это еще все равно не сильно быстро. Дракон 2400. Гем на Глацике. Кибер хочет ультануть, торт хочет сверху залететь, и что-то из этой комбинации, да, скорее всего, получится. Но по дракону это будет нелегко, он достаточно плотный малыш. Есть блинка торта, торт юзает шранкинхед, драконец не хочет с ним драться, драконец хочет драться со всеми остальными, драконец юзнул шранкинхед и ульту, и уже минус один, минус два, убьет ли силку, похоже, что и силку, может быть, тоже догонит, ульта ПРа пытается задамажить фараона, сзади торт загнал, пока никого, все выжили, силка минус, остались пару вариантов, и минус силка, минус ПР пока только, а вот торт и остальные разошлись, но заход на хэграунд команде легиона уже, в общем-то, обеспечен. Слабая какая-то координация была у стыка, зачем торт блинкнул за всех, а дерево с этой стороны, драконец не растерялся, забил на торта и жрал всех остальных. Минус вторая линия для СТГ. Дракон взял геометр и опять 2000 денег у него сверху. Токен до сих пор не отдан на... А нет, отдан. Таки все-таки, да, торт, наверное, забрал Пеблса. Токен отдали, но больше никто не умер. Последняя линия. Хеллфлауэр на фараоне тем временем. А, дракон водчик. Что же у него геометр появлялся? Просто джок. Да, дракон даже сейчас может наглеть, его с такой вторкой особо убить никто не может. Наверное, теперь просто на символ врейдж. Сатан, и до него буквально 1500. Дракон 604 ГПМ. Немного впереди. Да, драконец, конечно, имба. Его не любит, в общем-то, глобально говоря, ни одна команда, по крайней мере, играть против него. Хотя я знаю, что многие не любят играть даже им, потому что драконец действительно какой-то слишком крутой. Пеблс насобирал ли Пеблс на Шранкин? Да, летит Шранкин, летит Сало. Арморчик для Гладсуса летит тоже хорошо. Все очень упакованные у команды Легиона. И тут, конечно, не сдается. Как я уже говорил, в начале игры 40, примерно 5 минут назад. Это решающая игра. По крайней мере, первая решающая игра. И это и первая игра, в которой... вылетит одна из команд, и уже 1-1, и, соответственно, она решающая для ГЗ и для СТГ. А для СТГ это уже слишком хорошими перспективами, к сожалению, не есть. Последняя линия. Забыл, я могу дракона. Пеблс въезд по Keeper of the Forest, пытаются его задефать, Пеблс юзает шаркинхед очень вовремя, драконец все временем хавает, просто ест, все, уже минус торт, минус линия. Да, дерево, блин, культа, драконец юзнул уже и то, и то, и, кстати, его сольют.
Да, анслот с него сняли, линию задефали. ГГ написал Moscow Dog, но, наверное, это уже многое не решит. Драконис просто следа уже. Вот консид за фейка, но уже он тут осталось всего ничего. Задача не слишком сложная стоит перед командой Легиона. Драконис живет через 50 секунд, почти дособирая сатан. И он ворвется на хайграунд легко. Только что он просто совершил ошибку. И до ульты дерева, которое совершило выкуп до ульты дерева, юзнул геометр. Просто дерево. Ну, просчитался, что оно мертвое. Если бы геометр он юзнул, чтобы из ульты дерева выйти, то, по крайней мере, бы убежал, возможно. Унылое затишье, тут еще нечего больше сказать. Просто ждем, пока победит Легион. Хотя только что выкупом дерева, конечно, отбили линию. И если бы то же самое сделали на мидлайне и на верхней линии, то, конечно, шансы бы были. А так без мида и без верха. И уже почти без низа. СТГшкам, конечно, тяжело будет сопротивляться. Силка выходит в дэмэдж дилера и покупает слэйр. Новый конгер скоро. Дракон, наверное, хочет дофармить таки символ в рейдж, хотя... Да, наверное, хочет. $3200 и 1200 ему нужно насобирать, и это... 4400. Также 1100. Надо 1200 на сердце. На сердце стоит рецепт, но на сатан чуть дешевле. Есть. Денежка на сатаник насобирала. Затаймили, что ли, Конгора? Мастер Варс явно ждет его респауна. После смерти дракониса ГЗ, наверное, чуть лишнего осторожничает, но тут лишним это не назовешь. Ведь они на такой же грани проигрыша. И эту игру, если они проиграют, то тоже так же вылетят. А вот только что выкуп дерева показал, что драконис не такой же неубиваемый, можно. Поэтому что они ждали? Ждали они этого конгора, и этот конгор им достанется. Опять токен для Пеблса и ласт пуш. 49 минут уже мы катаем.
вечера. Ну что ж, какие въезды планирует команда СТГ, посмотрим. По Пебблсу хотят драться, но Пебблс и Токен — это мега-крипы уже буквально через пару секунд. О, дерево, отличный блинк, правда, сразу блинк от торта. Дракон нарезает торта достаточно не быстро, кстати, на удивление. Торта выхиливают и минус Гладзиус уже. С другой стороны, иллюзия дракониса не слабо нарезает. Он еще не юзал сатаник, ребята развернулись и... О, дерево минус. По чуть-чуть начинает умирать команда Хеллборна, пока только минус дерево, уже будет продолжение, и Ли забирает еще и нимфору, но это по привычке, забрали иллюзию силки, линию. Спрабус даже не выбили токен, мега крипы. Пэр наконец-то накопил на кодекс, долго этого ждал. Эх, я не сильно... О, фараон помогает, езжает по имя, отлично, коробка. Толкалка и выкидывание. Смешно достаточно получилось, чтобы босс выкинул пацана на другого пацана, который уже улетел. Драконец давит по тауэр. И под сатаном дерется силка из массажа от фонтана. И у него это вполне успешно получается. Силка вынуждена регироваться. И это очень... О, там стиль за курьером. Команда Легиона. Пеблес купил Войт Талисман, чтобы раскастовать еще раз нимфору. Ну что ж, мы поздравляем команду СТГ с заслуженной победой. Молодцы, ребята, играли долго, но уверенно. Это было все вполне интересно, быстро и неплохо. Это... Геометр, просто дерево. Ну, просчитался, что оно мертвое. Он где-то меня уже включил. Если бы геометр он юзнул, что бы результат... Вот так вот, о чем я говорю? Говорю о том, что ГЗ тащили и все-таки дотащили. 1-1 начиналась эта игра сначала команды ГЗ против команды СТГ, но все-таки через Дракониса и очень много стараний и потений вы, ребята, выиграли, и это 2-1 все-таки в их пользу. С командой СТГ мы, к сожалению, прощаемся, хотя дело в том, что там было много историй вообще с попаданием и вообще странным поведением команды КЭЦ по поводу группового этапа, ну, впрочем, ничего страшного. СТГ побывали в продивизионе, побывали в финальном этапе и заняли почетное все-таки четвертое место. Топ-4 команды этого сезона, их можно смело называть и не спеша выписывать им уже аж целых 300 баксов. Между прочим, денежными призами. Поздравляем команду СТГ с вот этими вот достижениями и занятием почетного четвертого места в турнире G1 Pro Winter от компании Garena. С вами был я, как всегда, и меня зовут Иван Акамай, и мы будем уже завтра вместе с вами в 8 по Москве, это 6 часов вечера по Киеву и 10 по Казахстану, смотреть финал лузер брекета, в котором встречаться будет команда Изи против команды ГЗ, которая только что одержала победу. И, собственно, эти две команды будут бороться за проход в гранд-финал или занятие третьего места. Что ж, всем спасибо большое. До завтра. Я вас всех обожаю и завтра жду в стримчике.